Информация должна подаваться эпично. Это студия Санисан. Агностические взгляды на явь. Внимание. Это первая запись голоса. Охстись. Претензии не ко мне. Человек — это животное, которое создает догмы. Человеческий мозг — это машина для заключения выводов. Если он не может прийти к выводам, он ржавеет. Когда мы слышим, что какой-то человек слишком умен, чтобы верить, то мы слышим о чем-то, что имеет почти характер явного противоречия. То же самое, что слышать о гвозде, который был слишком хорош, чтобы держать ковер. Или о болте, который был слишком силен, чтобы держать дверь закрытой. Человеку вряд ли можно дать определение, следуя методу королева животного, которое производит орудие. Муравьи, бобры и многие другие животные производят орудие в том смысле, что они создают аппаратуру. Человека можно охарактеризовать как животное, которое создает догму. Ставя доктрину на доктрину, вывод на вывод в виде какой-то огромной схемы философии и религии, он в естественном законном смысле, что выражение возможно, становится все больше и больше человеком. Когда доктрины одна за другой падают перед ним благодаря изощренному скептицизму, когда он отказывается связывать себя с системой, когда он говорит, что он не верит в завершенность, когда в его собственном воображении он сидит как бог, не имея никакой другой формы воспроизведения, кроме как созерцания всех, тогда он в этом же самом процессе медленно погружается назад в неопределенность бродячих животных и бессознательной травы. Деревья не имеют никаких догм. Человеческий мозг есть продукт развития материи и вместе орудие для познания этой материи. Постепенно он приспосабливается к своей функции, старается преодолеть свою неограниченность, создает все новые и новые научные приемы. Вооружает себя все более сложными и точными орудиями, снова и снова проверяет себя. Шаг за шагом добирается до ранее неизведанных глубин, изменяет наше представление о материи, никогда не отрываясь, однако, от этой основы всего сущего. Брайан Честертон, Лев Давидович Бронштейн, 1905 год. Здравия тебе и, конечно, хорошего времяпровождения.